Чё-то я совсем запамятовал, что мне-то нужно кое-что поинтересней. Мне нужно здесь наладить производство, в первую очередь. Это основное. Так. Что мне делать? Что мне делать? Как мне быть? Как мне быть? Вот так вот. Поставим, к примеру, вот так вот 8 заводов. Надо же 9 поставить. Ну ладно, поставлю 8. После чего мне нужен будет сундучок. Хотя вот так вот сундук поставлю сюда. Если что, я здесь расширю еще. Хотя нет, некрасиво будет. Вот здесь его воткну. Так, тебя забираем. Тебя срубаем. Я что-то совсем забыл, то что у меня тут немножко другая изначальная задача была. Я уже не доделал одно, начал браться за второе. Молодец, да? Гений, блин. Мысль ушла вперед, руки побежали назад. Так, вы пока загружаете. Я, возможно, еще сверху что-нибудь тут придумаю. Ведь снизу еще поставлю, да без понятия. Пока мне этого всего хватает. Хорошо. Они и так-то справляются хорошо. Так, делай потрошки. Сейчас тогда так вот так возьмем, чтобы построился. Ну и пока все. Здесь этих нету лапок. Надо поставить. Ты отсюда бери. Ты вот отсюда будешь брать. Так, хорошо. Ты выкладываешь, все в порядке. Все сейчас должно заработать. Все, Ален Плейт у меня строится. Хрен ты с ним, пусть это так все и продолжается. Промоздил называется. А что, такая неплохая фабрика, и здесь еще вниз ее можно продолжить будет. А что с ней делать? Что строить дальше-то тут? Это вопрос еще тот. Сначала нужно вот этих вот хрени себе поднаделать. Есть какая-то алин броня. Здесь есть какой-то алин танк. Здесь до хрена всего. С чужими связано. Я еще видел, много модов было, но я их ставить не стал, потому что это немножечко не то. Боялся, что испорчу. Может быть, и испорчу, но это я уже буду экспериментировать потом, друзья. Когда хотя бы. Вот он, алин модуле. Кипер модуль. 22-й левел. Как мне их сделать-то? Не знаю, пусть пока копится. А, то есть здесь я убрал, чтобы она их не собирала, и в итоге получается, здравствуйте. Ни нашим, ни вашим. Я понял. Так, бетон, 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 бетон. А с бетоном, конечно, я навозю. Пусть так. Моя главная сейчас задача какая? Как-нибудь стыбрить отсюда его уголь.
Заколопасить уголь куда-нибудь. Теперь надо уголь здесь собрать. Блин, у меня угля столько, что я могу там просто поставить тупо, чтобы она его жрала. Она уголь как раз таки и будет есть, плюс добавок ко всему, так что я тут особенно париться даже с ней не буду. Но мне нужно кое-что другое от нее будет. Она как-то это все еще выкладывала. Помимо того, чтобы набирала, еще и выкладывала. Блин, чтобы эта хрень еще работала. Вообще зашибись, задачку себе сделал. Как столбу-то здесь расположить, чтобы это все работало? Не смешно. Значит, их вплотную ставить не надо. Надо, чтобы у них был отрезок по одному. Итак. Вот так раз будет, вот так два будет, вот так три будет. Ну, три печки, делающий карбон. Ну, ладно. Три так три. Все. И здесь мы можем смело расположить по две лапки. Одна на вход, другая на выход, да? Порядок. На выход на эту будешь ложить. Выход будешь на эту ложить. Замечательно. Здесь у меня будет вторая дорожка идти. Куда дальше она пойдет? Хотя я ее обратную сторону построю. Так, здесь у меня что будет? Здесь у меня будет вот так. Это все стоять. Здесь. Здесь вопрос уже идет поинтересней. Напрямую мне вот так вот долбануть. Блин, не быстро, не маленькое расстояние. Блин, от железа мешает, там медь. Епта. Ждел-то. А вот так вот сейчас долбанем. А почему нет? Через горы, через поля, вот сейчас вот по этой вот дорожке как раз таки. Ага, больно выдумки хитра. Дяденька, у тебя ни у Авани может не получиться, да? Ко всему прочему еще. Вот вдоль этой дорожки я смогу пройти. И вот так вперед и вверх. Делаем так. Ага, порядок. Здесь. Хотя лучше я вот, наверное, здесь вот так сделаю. Так, так. Так вот, пошли далее. Забор все-таки ломаете. Здесь так.
Патроны строятся, друзья. Я вам сейчас это припомню. Все грехи. Что происходит-то в вашу дивизию? Опа-на! Друзья, атака пошла, про которую я всегда говорил. Здравствуй, жопа, Новый год. Один ряд турелей они мне стерли, а вон там еще идут. Ой-ой-ой. Как, по-твоему, выдержим? Они тоже довольно-таки шустрые по выстрелам. А вон еще идут. Мне очень понадобится много турелей. Про патроны даже заикаться не хочу. Ну, пошли восстанавливать. А, нет, сначала проведу. Уже до конца эту хренотень. Лучше вот здесь вот будут для красоты. Да задолбали вы меня уже. Дыр, дыр, дыр. Ты, блин. Жопа-то какая. А тут большие уже пришли, да? Дяденьки и тетеньки. Большой кусак еще здесь. Покоились? Ай, знаете, как это могу назвать? Эндгейм. Хотя здесь вон справляются. А, короче, бежать на помощь. Чип и Дейл спешит на помощь. Какую-то часть турели-то восстановим. Попробуем хоть что-то сделать. Хоть как-то. Так, я забор отсюда смогу поставить? Да. Они здесь снесли забор. И все посносили, молодцы. Нечего сказать. Так, мелкокалиберную турель сначала, наверное, отставить, да? Кто-то мне говорил, что у меня будет оборона непробиваемая. Ну-ну. Вот тебе, блин, непробиваемая оборона. Пробили довольно-таки неплохо. А, они сейчас не успокоятся, ни хрена. Надо вот так закрывать. Так, дронов тоже сейчас брать не рекомендовано. Могу только протянуть вам, ребята, вот так вот лампочки.
попробовать сделать замену. Что? Вот так вот давай тебе, вот так вот. Вот так вот, все. А, стоп. Нужно там, где по две турельки. Я же вроде делал наноботов, или нет? Или да? У меня весь инвентарь забит всяким дерьмом. Дешево. Что это за турели? Стоп. Так, это у нас мелкокалиберная турель. Хорошо. Это что за турель? Ган-турель, да? О, ган-турель. Они все такие целые, что я аж торчу просто. Даже не знаю, как выразиться правильно. Пошли-ка я возьму... Я же строил наноботов. Они что, не работают, так что... Вот, наноботы. Construction. Сначала столбы, наверное, поставить бы не помешало. Почему не требует энергии, пишет? Это странно даже. Да ни хрена себе здесь. Надо еще за потрошками бежать. Да и бронька у меня ломается постепенно. Так, ладно. Бежим за патронами. Это что сейчас, в принципе, такое было, вот мне интересно. Чего у меня столько угля-то делает? Надо, короче, рюкзак учить. Надо. Так. Мне нужны сейчас патроны. Как хорошо, что у меня за патроном запас есть. Так, 2К беру. Там обратно. Надо, короче, буду сейчас там сделать где-то ящик, если выживу. В ящиках сделать специальные, разложить по стакам, так что можно было это сразу заменить все быстро. На данный момент это не вариант. Я не против побегать, но я против того, что меня снесут. Они явно этого хотят. А не позволить это им, чтобы сделать, это будет проблемно.
И приходится в итоге вот так вот виртуозно выпендриваться, да? Классно. 800. 400. Так, хорошо, подключаем тебя к энергосети. То есть основное ты пишешь сначала то, что у тебя нет патронов. Спасибо. Полезная информация. Так, восстанавливаем все. Ой-ой. Что у нас здесь было такое интересное когда-то, да? Давай-ка я с собой возьму хотя бы нескольких дронов. Там тут надо ремонтом заниматься. Да тут не ремонтом попахивает. А капитальным, блин, ремонтом. Одна тролль, что ли? Серьезно? А. Не совсем. Так, вы пока копите заряд. Дронами я займусь. Так, ну порядок. Здесь готово, здесь готово. Надо это все убирать будет потом. Класс. Эти турели я так и не строил, да? Потому что в моих планах не входило, что они так далеко доберутся. Давай тогда... 6 штук всего. Чуть побольше надо. Ага, снайпер ган турель. А я думаю, эта турелька тоже, как говорится, свою лепту внесла, это не кисло так. У нее очень уж неконкретный, правда, урон, что меня довольно-таки интересует. Турли рассчитана, по идее, на последнюю битву, получается. Жалоба насчет щита-то есть. Ну, эти работают, все в порядке, он их сейчас еще... Угля, он заряжу даже. Мне удевать некуда. Так, порядок. Пошли к этому. О, инвентарь немного освободил. Мне камень нужен сейчас. Блин. А у меня что кончилось? Железо опять! Да вы чё, блин, издеваетесь надо мной с этим долбанным железом? Я уж не знаю, сколько его делать-то. Делал так, что вообще был запас, что мне как бы и не нужен был.
Жестко наседают, жестко, я тебе скажу. Дрончики. Ладно. Ребята вроде закончили насест. Так, здесь повреждено, там повреждено. Хоть что-то, блин, целое-то осталось. Ладно, хоть сколько руды-то принесли, интересно посмотреть. Мод я смотрел. Алиен постройки, там алиен стены, вот такая вот ерунда, с алиен руды все строится. Знаете, вот я, вот, судя по своей сборке, зря я его не установил. Хотел, но и так, думаю, построек хватает, шур-мур, ля то поля. Надо было его установить. 300 опять, да? Я сейчас до бетона дойду, вообще меня хрен догоните. Беги! Те. Глупцы. Так, здесь стену бы тоже починить вообще-то. Они все починят сейчас сами. Короче, понятно, вы не знаете, за что хвататься. Так, надо дронов что надо? В активный слот, что ли, помещать? Серьезно? Я думал, как-то будет попроще. Что-то я попроще не вижу. Так, ладно, пошли. Пусть эти козлы за мной летят. Идиоты за мной летят. Я их сейчас закину обратно. Так, стоп, нано-боты. Хорошо, ищем их. Я не понял. Они не так дешево и стоят. Так, стоп. А где они были-то? Недавно их видел. Нет. Иди здесь должно. Вот они. Вот у нас. Работ конструкшн. Ремонтный комплект. Reviews entry. Goes on top. You have your entry place. Repair. Dungeon. Энис. Что ты, сволочь, не хочешь ремонтировать, ты мне скажи. А? Бедные мои дроны, это, может, они с дронами не хотят работать? Работай! Сука, фас. Да, положить. Нет, не ложитесь. Что с вами делать-то, бляха-муха? Ай. Короче, хрен поймешь. Эту золотую рыбку пойду пока руду выложу. Чего у меня тут еще накопилось? Проекты исследовательские. Давай вот так вот сделаю. Закину сейчас. Нормально, оборонка пока держит. Алиен патрошки будут готовы. Будет еще интересней. Посмотри. Не хватает алиен пластин теперь. Я не удивлен. Ну ладно. Посмотри, сколько здесь.
Тан-таран-та-тан-та-тан. Так. Железика, чё-чё-чё-чё-чё. Какого бодуна у меня? А, я все понял. Это я лохопед. Не проблема. Лох — это судьба. Так, дойду до бетона, начну делать все с бетоном. Мне больше, честно говоря, нравится от этих камней. Вообще не люблю вот эти вот камушки ставить. Меня опять там имеют, да? Круто. Можно хоть подождать, блин. Да, уж с ними на разведку не сходишь. Пойдем меди возьмем. Так, сейчас надо посмотреть, как будет бетон делаться. Так, здесь вот эти вот печки, вот почему и медь кончилась. Надо сейчас посмотреть, может я смогу их наконец-таки по-нормальному, по-человечески заправить. Да, могу. Все. Кстати говоря, это впритык вышло по моему инвентарю. Надо инвентарь будет улучшать. Это практически вечное топливо. Медь я у тебя беру. Пару стаков, друган. Нужно вот этих вот хреней понаделать. Там еще вот это вот нужно сделать немножечко. А на этом мне нужны камни. А, мне забор же еще нужен. Сейчас я еще забор буду пилить. Забор тыщенцу сделаем. Так, отлично. Железо хоть есть? Есть. Даже не бросить никуда. Что с ними делать-то, блин? Ой, да хватит там по мне стрелять. Это что сейчас за нафиг был такой быстрый? На что-то я наступил явно не очень хорошее. Персонажа, кажется, откопытился быстренько. Бля, опять весь крафт просрал, да как меня это бесит. Дерево откуда-то выросло. Видишь, что? Так, что у нас там повреждено, во-первых? Посмотрите. Так, сразу мелкашки нам нужны еще. Раз, два. Раз. Пока, ладно, хватит. Этих вот немножечко паков надо. Вот этих немножечко. Этих немножечко сделаем. Здесь сделаем стены. Здесь лапок 30 штук пусть будет. И, возможно, когда-нибудь смогу дойти до завода, когда с электроникой разберусь. Так, что у нас вообще повредили они? Опять они здесь прохерачили все. С этим надо что-то делать. Надо там, короче, больше стен ложить бетонных.
Что, вручную мне ремонтом заниматься? Вы серьезно? Построил наноботов, называется. Класс. 10 с плюсом. Так, тогда здесь восстанавливаем. Здесь все перекрываем нафиг. Что-то они приборзели, я смотрю. Это вообще на ноле, ё. Не знаю, помогут ли, конечно, патроны алиеновские против них. Закончено, да, исследование? Чудненько. Ну, я бы не сказал, что такая крутая стена. Что-нибудь покруче-то хоть есть. Ну, изучаем то, что планировал. Так, посмотреть надо гайд по наноботам, пожалуй. А то что-то как-то мне это вообще нифига не прикалывает, если честно. Есть нанобот, от которых нет толка. Ну, вообще классно. Я не вижу, сколько турелек здесь щита. Это меня немного расстраивает. Да, нападения пошли у них жестче и жестче. И скоро они пойдут ордой. Ой-ой. С ордой же будет у меня проблема. Да я могу и не справиться. Так, там надо лампу поставить. Первых раз. Ну что я сказать могу? Ну тут можно, конечно, дежурить. Толк-то от этого хоть есть дежурство. Ну пока даже не знаю. А если еще один попробует дополнительный ряд здесь турели установить? Да, они будут покрывать. А что я от этого потеряю? Да ничего. Так что берем и устанавливаем. Бегант турели. И не парим себе голову. Опять начинается у меня
Много-много турелей, мало-мало толку. Ну, посмотрим. Чё? Они еще не все это. Они сейчас еще и толпой припрутся. Ну вообще милота.